финал. Финал бегу. Финал? Конечно. Сколько осталось? Много. Бобик сдох? Сдох очень трудно, очень больно, очень тяжело. Почему? Тяжело. Почему? Тяжелые. Все, вся эта бандура очень тяжелая. Кого тебе поднимать этот груз? Мне тяжело. Это тебе не блинчики на плите? На Нет, сковородке. Это другие блинчики. Ты глянь на них, посмотри, стоят лясы точат, а как же булки качать? Ты мокренький весь. Да. Это ваше нужно пить водичку. Водичка – это жизнь. Алексей нашел себе применение. Он держатель. Сказали держать второй этаж, а то он рухнуть. Он колонна. Колонна. Участники проекта сегодня занимались в тренажерах. У них была круговая тренировка. Я им показала, как правильно работать в тренажерах, посмотрела за их техникой. В принципе, они молодцы, но немножечко на троечку работали. Да, у них есть потенциал. В принципе, у них в глазах горит огонь, и они готовы работать.